Всем большой летний привет, друзья! Сегодня отправляюсь на своем газоныче в дальний рейс в соседнее село. Оно находится далеко от нас, километров, наверное, 10 или 15. По пересеченной местности поеду. Песок, речки, подъемы, спуски, короче. Дорога такая себе еще. Вот. Повезу дрова. Дрова просили. Вот сейчас отправляюсь в дальний рейс с грузом дров. Поехали. Отправился в дорогу. Пока еду по селу. Как я уже говорил, дорога предстоит по пересеченной местности, по грунтовке. У нас в другую сторону соседние села, туда асфальт, а туда, в обратную сторону, асфальта нет. Вот сейчас мы по этой грунтовочке и поедем. Обычная дорога полевая перешла в лесную дорогу. Хорошо сейчас летом на природе. Красота. Вон хорошая лужица. Дровишки мои едут. Началась пересеченочка речки. Вот вторую речку преодолеваю. Подъемы, спуски. Пески пошли, по пескам иду. Тут тоже речушка маленькая. Опять такой вот неудобный поворот. И опять речушка такая маленькая. Такой родники здесь. Такая вот речушка. Опять крутейший подъем, песок. Потихоньку ползу в гору. Взобрался я на гору, а это вот наши просторы. Уехал я уже далековато. Вон там наше село. Далеко.
Тут уже на том берегу Суры вон другие села начинаются. Вон мой газон. А тут вот грибные леса. Все, сейчас еду дальше. Забрался на самый верх. Это я вот там внизу стоял, чуть ниже. А это вот здесь вот самый верх. О, тут вот еще выше. Просторы родные, как на ладони. Красота. Еду дальше. Пшеничное поле. О, теперь с горки идем. Нормально. Ну вот я и добрался до места назначения. Деревенька такая полузаброшенная. Но много дачников летом бывает. Вот сюда я и везу дрова. А вон ждут те, кому я дрова везу. Все, дровишки я сгрузил. Еду обратно домой. Выезжаю опять. Я из этой деревушки. Люди вон там пчел держат, ульи у них. Снова этой же дорогой. Дровишки мои выгружены. Все, еду домой. Я практически дома. У нас дорогу делают вон. Лепят вот эти ямки битумом и мелкой щебенкой. Вот я, друзья, и на месте практически. Все, сейчас пойду отдыхать. Всем вам крепкого здоровья, удачи в жизни и теплого лета. Увидимся!